Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Tja, eine ist schon hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Was? Sie haben verstanden. Er hat es nicht verhindert. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz, Wimpeleinheit. Dimitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sag ich's Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Дима, надеюсь, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Круг, подтвердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон, может быть, и псих, но отлично знает, чем он хочет быть с судьей своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата, помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, кто вы здесь, и мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремекст обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень Б, потом вверх по лестнице. Туда.
влево, давай влево. Come on.
Ну, ё-моё, шевелись! Ты, двигай! Мы пойдем под обстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, когда мы его захватим, понял? Давай, Тимо! Вперед давай!
Нам нужно идти! Пошли! Отсюда это. Что за херня, блядь? Это же пустышка, это не ядерное оружие, блядь. Топор лишь ему, где факел?